Приветствую вас, дорогие мои друзья. Хочу немножко с вами поделиться интересной кухней. Это ресторан Panera Bread. Это весенний салат с фруктами, с орешками, и, конечно же, с курочкой или с туркой, то есть с индюшкой. Значит, делается все очень просто, как это готовый вариант, поскольку некогда сейчас готовить, но это очень просто, можно приготовить вам самим. Здесь используется китайская капуста, ананас. Вот эти, буду показывать, вот долечки ананаса. И вот они также. Затем очень вкусный мандаринчик. Блумбери. Очень вкусная ягодка. Конечно же, клубничка. И вот этот особенный вид ореха. Ну, можно использовать и грецкий орех, но это вкуснее даже намного. Сюда же добавляется еще курочка, нарезается пластинками, либо мясо турки. Очень-очень вкусное. Самое ценное, что хочу вам сказать, что используется в этом салатике вот это черные крупиночки, это киви. Можно на блендере можно приготовить. Сам по себе очень приятный, нежный вкус киви. Вы все знаете. Можно сейчас просто полить. Поливается специально на капустку. Все это придает настолько вкусный и пикантный вкус. Вот такой вот. Так, все. Вот этот салатик у нас мы всегда заказываем. Вот, пожалуйста, смотрите. В такой коробочке. Ресторан Panera Bread. Он везде в Европе у нас. Ну, такая симпатюлечная коробка. Вот. Очень просто все. Так, сейчас наведем резкость. Можно будет прочитать. Так, есть сайтик. Можно зайти на сайтик и посмотреть, познакомиться и также делать заказы. Если в вашем городе есть ресторан такой Panera Bread, то пожалуйста. Обслуживание великолепное. Сам зал тоже мне очень-очень нравится. И много разнообразия, богатое разнообразие блюд. Panera Bread. Bread – это хлеб. И вот, пожалуйста, видите, я не очень увлечена хлебом и как бы не так люблю. Я люблю больше сухарики. Поэтому даже если он слегка вот так подсушенный, я оставляю в бумажные салфетки, заворачиваю, и он слегка. Либо тестер. Подсушить надо. Затем любимый мой супчик. Это суп с брокколи, сыр из сыра. Такие пикантные сорта, но можно дома это приготовить с любимым сыром, который вам очень нравится. Я брокколи, капустку бросила сверху, я слегка ее обдала кипятком, ну а это все приготовлено и сварено. Значит, вот я ложечкой беру сейчас. Конечно, коробочки больше, это я уже, ну, знаете как. Вот еще цветная капустка. Морковочка, все это протирается, все это очень вкусно. И сыр. Ой, это настолько классно. Можно сюда еще, дорогие мои, посыпать зелени, которую вы хотите, но мелко-мелко порубить. Сейчас покажу вам коробочку, в которой коробочке вот был этот супчик. Есть еще, я как-то снимала и показывала. Есть булки, специально выпекают в этом ресторане Panera Bread. Булочки на заказ, и эту булку, серединочку убирают и готовят, этот супчик заливают, и он конкретно в духовке готовится. И эта крышечка, булочка накрыта, как будто вот стоит цельная булка. Открываем от булочки эту крышку, и вот такой приятный, нежный аромат. Все, кто знает, во многих столовых, во многих кафешках, ресторанчиках готовят этот сырный суп. Вот. Мне он очень-очень нравится, очень симпатичный. Итак, дорогие мои,
пожелаем приятного аппетита. Ну, и хочу вам сказать, что пробуйте это приготовить все сами. Здесь у меня клубничка сегодня, поскольку я убрала курицу. Я не ем мясное. Еще бы я попробовала, если бы была торка. Но тоже это буквально маленький-маленький кусочек. Это настолько вкусно. Слюнки потекли, да? Приятного аппетита, дорогие мои. Бон аппетит. Хочу вам пожелать всяческих благ, хорошего настроения, творческих успехов. И, дорогие мои, пусть преуспевает успех у вас во всем. Самое главное, чтобы все ваши желания были исполнены. До скорой встречи, дорогие мои друзья!